Тренинг хорош постоянством. Мы опять на тропе. Все по-прежнему на месте. Речка Донец разливается. Снежок стаял. Травка зеленеет. Удобные кроссовки. Стынисы остались еще. Так. Где мои подружки и друзья? Вон они лежат. Ну вот, подкормили. Молодцы, молодцы. Прилетели скворушки, квохчут. Положим орешки. Уже все пораспилякали. Доброе здоровьица. Это камера маленькая. Я себя снимаю в основном. Тренинг хорош постоянством. Я уже говорил, частенько бывает, очень частенько. Но не хочется выходить на прогулку, ничего делать без объяснения причины самому себе. Вот не хочется и все. И тем не менее, берете себя за шкирку и выгоняете в любое удобное место для прогулки, занятий. Короче, своему кусочку мяса надо дать активность, чтобы он нормально работал. А именно, за счет вибрации протрусило его. Нормальный стул был, раз. Второе. Задвигалось капиллярное кровообращение, лимфообращение пошло, чтобы все эти процессы циркуляции пришли в норму. Третье. Дать нагрузку клеткам организма, чтобы они захотели есть. Едят они в основном, а не мы. Это надо понимать.
и давать то, что им надо, а не то, что вкусно, но не полезно. Вот буквально таки в течение месяца, если отсчитывать отсюда, я тут был в двух местах. Сеул, Южная Корея. И вот только что вернулся с Афона, Греция. По мере возможности всегда давал нагрузочку. Солнышко, хорошо. На Афоне постоянно приходилось с рюкзаком путешествовать с одного монастыря в другой. Там уже лето, все цветет, градусов 30 и за 30. Красивое место, красивое. Вот наш Донец. Автомобиль под цвет камеры Sony. Кстати, сейчас посмотрим. Отражение будет, видите? А, вот она. В связи с обновлением техники я продаю свои GoPro 3 Plus и все припомбасы к ним. Перехожу на Sony FDR-X3000. Обновимся, так сказать, в ногу со временем. Вот, так что идем по тропе, наматываем километры здоровья. Очень хорошее сочетание. Километры здоровья. Это мой дружок, которого я подкормил. То его подружка. Сейчас посмотрим, что там они зарезали. Все. А что-то маленьких этих девчонок нету. Все, и банку они куда-то унесли. И банку унесли куда-то. Или банку съели. Все. Спешить так не надо. О, с кошкой сидят. Ищут себе гнездовище. Сейчас как раз у них пора такая. А где бы гнездышко свить? Ну вот природа, кама, желание. И через желание, которое даже не контролируется сознанием, настолько оно сильно, происходят различные вещи. А именно, у животных бьются насмерть для того, чтобы отложить потомство, вырастить его. Ну а у людей Андрюша Малахов показывает свои передачи, сколько всяких-всяких-яких.
случаю подобного рода. Так что это все нормально. И не морочьте себе голову. И не считайте продолжение рода постыдным занятием. Иначе вообще людей не было бы. Просто все должно быть в рамках. Интересный феномен. Посмотрите, все зелено. Зелено. Относительно влажно. И никакой пыли. Как только вот мы что-то тут асфальтировали, спахали и решили поверхность земли естественного покрова травы, сразу же пыль поднимается, различные тут пыльные бури и прочие неприятные явления с запорошиванием глаз, ну и запыление вокруг. Кто виноват и что делать? Радует глаз. И вот это. Думайте сами, решайте все сами. И действуйте. И что касается темпа. Чувствуете, так, энергия появилась. Добавили темпа. Нету особого драйва. Значит, идете прогулочным шагом. Вот у меня появилось желание на эту горку зайти. Это уже хорошая такая нагрузочка. На горах Афона я там по ним походил. Это тебе не по ровному идти. Ноги отреагировали сразу же болями, которые показали, какая часть мышц работает, часть ноги работает. В основном это были мышцы голени, мышцы бедра, причем от колена до 1/3. Особенно. А все остальное держало нормально. Поэтому я включу свои занятия. Вот такие вот проходы в гору. Из горы. В гору работает больше, вот я чувствую, ягодицы. Передняя поверхность бедра. Так, как-то своеобразно. Она работает. То есть, можно сказать, вся мышца работает. Квадрицепс разгибает. И ягодица. А вот на спуске. Угу. На спуске. Вот он спуск. А на спуске больше работает вот эта часть. 1/3 бедра от колена и выше. Удерживая колено. В нужном положении. Здесь уже дыхалочка по-другому работает. То есть в охотку так на горку поднялись. Дали нагрузку. И нагрузка очень хорошая. Я знаю, что такое приседания и прочие упражнения. Так вот, вначале ходьба общая укрепляет
ноги, в особенности, и организм в целом. Ну, а потом подъемы в горку, ну, так сказать, дает такую большую нагрузку на ноги. И они такие становятся уже весьма-весьма работоспособными и сильными, и выносливыми. Вот такие-то дела. В этой камере оптический стабилизатор. И уже никакие другие прибамбасы не нужны. Но в любом случае надо плавно водить и не дергать камеры из стороны в сторону. Тогда будет видео нормальное. GoPro все эти толчки